Тебя это беспокоит? Мой отец король. Его долг взять новую жену и укрепить род. Я не просила урока политики. Это тебя беспокоит? Лейна, ваша дочь, это беспокоит вас? Разумеется. Но я понимаю порядок вещей. А вот ты вряд ли. Если вы хотели вызвать у меня приступ гнева, то у вас не получилось, принцесса. Совсем напротив. Твой отец женится на моей дочери или на чьей-то еще, рано или поздно. Его новая жена родит детей. И очень вероятно, что один будет мальчиком. А когда мальчик вырастет и твой отец умрет, мужчины захотят видеть наследником его. Ведь таков порядок вещей. Я установлю новый порядок. Как бы я этого хотела, Рейнира. Но у мужчин королевства уже была возможность избрать королеву на Великом Совете. Они не стали. Они не избрали вас, принцесса Рейнис. Почти королеву. Но они склонились предо мной и присягнули как наследница. Ты напоминаешь им об этом, поднося им кубки? Это горькая правда, которую никому не хватит духа сказать тебе. Мужчины скорее предадут королевство огню, чем увидят женщину на железном троне. А твой отец вовсе не глуп.